В этом году страна отмечает 100-летний юбилей Расула Гамзатова. В культурно-историческом музейном центре РУМ Кала Малокарачаевского района состоялась фотовыставка, посвященная творчеству известного поэта. Подробности у Али Баташева. Твой журавлиный стан уже курлычет, отправившись в далекие края. И хоть нас поименно кличет, из-под небес еще душа твоя. Стихотворение Расула Гамзатова «Прощай, Расул» поразило меня своей глубиной и искренностью, говорит старшеклассник Мухаммад Салпагаров. Содержало очень большой смысл. Мне очень понравилось оно тем, что там было очень много проницательных слов. И оно было очень трогательное. Тебя это побудило как-то обратиться к дальнейшему творчеству поэта этого? Открыть книгу, какие-то другие сборники почитать? Я постараюсь в дальнейшем найти его книги и постараюсь их прочитать. Интересный поэт Кавказа. Я его вообще считаю. Тут даже говорить дагестанский какой-то и так далее. О нем надо говорить, наверное, в масштабе всего Кавказа. России, Советского Союза мы говорили, мы знаем. Любимые знать, строчки, четверостишья. Горе женщине доверить хоть какой-нибудь секрет. Завладеет, в душу влезет, от нее покоя нет. О том, как звучат произведения поэта на родном аварском языке, продемонстрировал представитель Дагестана в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов. Фотографии автора текста легендарных журавлей, представленные на выставке, уникальны. На одной из фотографий Расул Гамзатов вместе с Чингизом Айтматовым, Кайсыном Кулиевым, Муслимом Магомаевым и другими известными людьми страны и республики. О биографии и творческом пути аварского поэта рассказали в ходе презентации, подготовленной учащимися старших классов 11-й школы села Учпекен. Но на этом знакомство с творчеством Расула Гамзатова не заканчивается, говорят учителя. Дальше я им на внеклассных мероприятиях буду давать стихотворение, произведение Расула Гамзатова, чтобы они еще больше познакомились с творчеством такого великого поэта. А у вас есть какие-то любимые строчки? Журавли. Это вот что-то. Вот каждый раз слушаю, читаю, особенно когда поют артисты, вот певцы с таким хорошим, до слез. В честь юбилея Расула Гамзатова представителями Дагестана и Малокарачаевского района было посажено декоративное дерево, специально привезенное с родины великого поэта Кавказа и всей страны. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.